Так же, как в случае с Европейским Союзом, Евразийский экономический союз создавался на протяжении нескольких десятилетий. И страны шли к этому союзу действительно целенаправленно. Без экономического союза невозможно политическое взаимодействие в будущем. Поэтому говорить о какой-либо политической окраске этого союза в будущем пока тяжело. Давайте сначала наладим экономические контакты, связи, и дальше уже будем двигаться в этом направлении.